властью, руководство города Новомосковска. Есть серьезная программа. Я прекрасно понимаю, что без наличия храма, без увеличения количества приходов не может утверждаться добро на нашей земле, в нашем городе в том числе. Поэтому исполком, несмотря на то, что Конституция прописала церковь отделена от государства, наша церковь, православная церковь, от Новомосковского исполкома не отделена. И то, что у нас и церковь на вокзале, 40 мучеников Севастийских, без нас не обходится, изначально на протяжении всех этих лет, и в планах строительства, окончания строительства еще одного храма на Кулебовке, иконы Саванской Божьей Матери, и в этом же полагаю, что это еще на год, мы подведем этот храм под купол, уважаемые владыки. Конечно, мы общими усилиями с нашими горожанами, с предпринимателями, с руководителями при вашей благословии, при вашей поддержке спасем наш Троицкий собор. Эта работа идет. Мы хотим тоже и сегодня. Мы уже имеем проект на смету документации. Сегодня стоит задача добиться от государства все-таки выделения средств на реализацию этого проекта, реставрацию, капитальный ремонт нашего Троицкого собора. Но мы и эту задачу решим. Вот и хочу попросить ваше благословение и поддержки и в этом вопросе. Поэтому сегодня праздник, а у нас у светских еще сегодня День людини похилого віку. Тому я від себе, людини похилого віку, хочу вас поздоровити з нашим святом, побажати вам добра, здоров'я, благополуччя, а нашим дітям, звісно. Ми живемо, в кінці концов, для наших дітей, для наших внуків. Пусть то, що робимо ми з вами, що робите ви, що робить наш многоуважаемый владика Ірини, пусть воно як можна швидше принесе плоди укріплення душ і сердец человеческих. Потому что сегодня в нашем обществе, раздираемом противоречиями, уж больно много негативного и черного. А то, что делаете вы, то, что делают наши храмы и наша православная церковь, это сегодня стоит дорогого. Поэтому с праздником вас всех, добра вам, здоровья и благополучия. Спасибо. Спасибо, Господи, за такие прекрасные слова. Я хочу еще две минуты поделиться радостью. Вчера буквально нашу епархию посетили очень высокие гости. Я думаю, что уже, может быть, это известно будет в новостях. В Днепропетровске прибывал первый заместитель президента Юрий Иванович Ихануров. Вот, и в сопровождении губернатора нашей области Виктора Бондаря, в сопровождении главы областной рады Юрия Григорьевича Вилкула. Они посетили нашу епархию, имели беседу со мной. Ну, уделили достаточно времени для того, чтобы просто не просто поговорить, а и поддержать наши проекты, вот о которых говорил Виктор Иванович и многие другие в области, потому что они видят, как много верующих сейчас уже направляют стопы свои в храмы Божьи. И слава Богу, что мы не послушались тех, кто говорил, что храмов много. Ничего не много, оказывается. Тесно в храме. И сегодня вы стоите. Но благодарение Богу, что видите, уже в плане строительства храма типового, хорошего. Все впереди. Дай Бог только, надо молиться нам мир, чтобы было согласие в обществе, чтобы такие люди постоянно с нами были. И на один срок, и на второй, и на десятый. Сколько надо быть. Но таких людей надо поддерживать, надо выбирать, потому что сегодня все религии, у нас свобода, имейте в виду, и все религии борются за то, чтобы закрепить свои позиции, и власти должны относиться ровненько, и они так относятся, но все-таки мы представляем весомое большинство. Если там некоторых сект, они пришли только 2-3 прихода, так у нас уже 660 в области, имейте в виду, а 15 лет назад было всего 96. Поэтому идет развитие, идет наполнение.
и каждое село оживает, и власти областные это поддерживают. Это благодарение вот Господу, вы так молитесь. И мы просим вас и дальше молитесь о своем архипастыре, о таких вот людях, властях, чтобы Господь давал всем нам силы и здоровье выполнять ту миссию, то послушание, на которое мы призваны. А мы уже молимся о всех вас, чтобы Бог давал вам силы, терпение, вот, нести крест, трудиться, радоваться жизни, несмотря на эти все кризисы, трудности. А мы с Господом, и Господь нас проведет. И я думаю, что все это будет иметь и окончание, и жизнь будет жительствовать. Вот свидетельство эти детки. Они, вот видите, уже ждут причастия, и они войдут в жизнь. Может быть, другими, как мы, целеустремленными, крепкими, сильными, мужественными и, конечно же, верующими. Вот это преданными чадами Церкви Православной. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, пожалуйста, Виктор. Слово пастора. Это слово патриарха нашего. Там еще есть. Спасибо. Ага. Вот это главврачу. Серафим Вырцкий. Дай Бог здоровья. Спасибо. Спасибо. И успехов вам в ваших трудах. Спасибо. Мы не смеем вас задерживать. Спасибо, что вы пришли к нам. До свидания. Сейчас мы пройдем. Я рад, что я вас увидел всех. Всем добра, здоровья. Участники, внимательно слушайте молитву перед святым крещением. Верую, Господи, исповедую, как Ты есть его истинный Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешный, спасти от них же первый есть спас. Ищи верую, как сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости меня прегрешение мое, вольное и невольное же слове, где ли я же в ведении и неведении. Исподоби меня неосужденно причастись, а причисти Твоих тайн, Господи, благословение грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, дни, Сыне Божий, печатниками прими. Небо врагом Твоим тайну поверь, не лобза не дам я Иуда, но это разбойник исповедует Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение, будь на причащение причистых Твоих тайн, Господи, на восцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут только те, кто после 7 лет, только те, кто исповедался. Причащается раба Божия. Как зовут тебя? София, жизнечную. Аминь. Честно благословитель Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причащается раба Божия. Как зовут тебя? Дарья, жизнечную. Тихо, тихо. Аминь. Тихо. Честно благословитель Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причащается Иоанна, жизнечную. Аминь. Честно благословитель Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причащается раба Божия. Мария. Раб Божий, Тихон, жизнечный. Аминь. Честного святого тела крови Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа прищащается. Иисуса Христа прищащается, раб Божий. Александр, да? Сколько просто или много.
человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыка, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, силою честного и животворящего Христа, святых славных и всехвальных апостолов, и живосвятых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского, Златоустого, преподобного Евмения, епископа Готинского и преподобной Фросинии Суздальской, и преподобного Илариона Оптинского, священномучеников Алексия и Петра Пресвитера, священномучеников Амфилохия, епископа Красноярского, Иоанна Бориса Михаила Владимира Вениамина Константина Пресвитеров, святого мученика Сергия, мученицы Ариадны и святых мучениц Софии и Ирины, мученика Кастора и святых мучеников Шалвы и Елизбара князей, ксанских святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человека любит. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же известный, и все исполняя, сокровище благих, и жизни подарок. Твоим Христом.
возвышенницы, там Евангелию слово говори. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мир всем. От Матфея, Святаго Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, во время оно, едини на 10 ученицы, доша в Галилею в гору, а може повеле им Иисус, и видевши Его, поклонишася Ему, ови же усумнешася. И приступли Иисус речей им глаголя, «Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли, шедше научите вся языки, крестящие их». Господи, помилуй. Господи, Христу Твоему чистому, Пресвятая Богородица, спаси нас. Минувшую субботе Мария Магдалина, Мария Яковля и Соломия, купишь ароматы, да пришедше помажут Иисуса, и зело рано, войди на суббот, придоши на гроб, посиявшу солнцу, и глаголаху к себе, кто отвалит нам камень от дверей, в двери гроба, и возревши, видевши, яко отвален бе камень, бебо вели зело, и влезши во гроб, видишь юношу, сидящего в десных, одеяно в одежду белу, и ужасошася, он же глагола им, не ужасайтеся. Иисуса ищите назарянина распятого во ста, не зде, все место и деже положиша его. Но идите, рците учеником его и Петрови, яко варяет вы в Галилее. Там его видите, яко же речи вам, и шедше бежаше от гроба, и мяше их трепет и ужас, и никому же ничто же реша, бо яко бося. Слава тебе, Господи, слава тебе. Молимся ранцами си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Иисус, и став посреди глагола им, «Мир вам!» И сие рек, показай им руце и нозе ребра своя, возрадовавшися же ученицы, видевши Господа, рече же им Иисус паки, «Мир вам!» Яко же послами Отец, я посылаю вы, и сие рек, дуну, и глагола им, «Примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, им же держите». Держаться. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сподобитесь на услышание Святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мариам, иди в горнее с отчанием в ограды Иудов, и внити в дом Захарин, и целовай Елисавет, и бысь, яко услыша Елисавет, целование Марино, взыграйся младенец в очеве ея, и исполнися Духа Свято Елисавет, и возопи гласом велием и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди, Мати Господа моего, ко мне, себо яко быть глаз целования Твоего в уши моею, взыграйся младенец радостями в очреве моем,
и блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголом имеет Господа и речей Мариам. Величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой, Боже, спаси моем, яко презре на смирение рабы своя, сибо отныне ублажат меня в сироди, яко сотвори мне величие сильное и свято имя Его, прибыжи Мариам с нею, яко три месяца, и возвратися в дом свой. Боже, молимся о великом Господине Отце нашем, святейшей патриархе Кирилле, и о Господине Отце нашем, блаженнейшем митрополите Владимире, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Ирине. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, посещение и прощение, оставление грехов рабов Божьих всех здесь, предстоящих и молящихся, сосродники их, я еже умножитеся им лето живота их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братья и за вся православные христиане. Помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих море далече, и милостью, милостью будь, Владыка, грехах наших, и помилуй ны, милостью Бо, и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Помилует и спасет нас, яко благи человека любит. Аминь. Великому Господину Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и Господину Отцу нашему Владимиру, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, и Господину нашему высокопреосвященнейшему Иринею, митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому, Кириллу спасай мою паствою, подашь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани их на многое лето. Многое, многое, многое.
подашь, Господи, мир, тишину, изобилие плодов земных и многое лето. И во всем благое поспешение, и сохрани на многое лето. Многое лето. Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, престольным праздником. Я хочу в сегодняшний день поблагодарить отца-настоятеля за организацию прекрасного богослужения, поблагодарить всех священнослужителей, которые сегодня участвовали в богослужении, поблагодарить хористов, которые прекрасно исполняли песнопения литургийные, поблагодарить всех вас, дорогие братья и сестры, за ваши всегда усердные молитвы. Хочу пожелать, чтобы Матерь Божия сподобила всех нас в добром здравии, мире и полном благополучии, за год дождать этого праздника и снова молиться здесь, в этом святом храме, пред ее иконой. Праздником хранила всех. Дорогой Владыка, благодарю вас очень и очень сердечно за то, что вы все свои силы полагаете на устроение жизни церковной, заботиться так о своей пастве и нашли время посетить и этот храм. Мы молимся за вас, Владыка, и желаю вам здравия крепкого, что вы еще так же усердно спасли нас, молились о нас. Спасибо, Господи, за все. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, и все прихожане, кто пришел на храм. Многое лето, поздравие, во спасение, многое лето. Дорогие братья и сестры, поздравие, во спасение, многое лето. Дорогие братья и сестры, я хочу также в сегодняшний день сердечно поздравить от отца принятием благодати священства. Это великое таинство, и хочется пожелать, чтобы вы несли этот крест достойно, со смирением, с послушанием, с любовью, с милосердием к людям и проявляли бдительность в сохранении чистоты веры, неленостно проповедовал, продолжал совершенствовать богословские знания, чтобы был образцом в вере, надежде, в любви, как вот и начертано на обратной стороне креста. И, конечно же, чтобы был всегда послушным пастырем, куда бы Господь ни посылал, всегда говори, да будет воля Божия. И всегда воля Божия, и благословение, и помощь будет с тобой. Помни этот храм, молись о своем архипастыре и дорожи временем, потому что надо успеть еще, может быть, и храм новый построить, и молодые всегда рвутся именно на этот подвиг, чтобы построить храм и в нем служить, где же есть. Дай Бог, чтобы Господь подобил это. Чтобы ты служил так, подавая пример, чтобы и свою душу спасти для вечной жизни, и ту пасту, которая будет поручена. Возьми крест. Благослови народ. Спасибо. И давайте. Дорогой Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, в этот святый, храмовый, прекрасный день от всех прихожан, от детей воскресной школы, от служителей этого храма мы благодарим Вас за эту прекрасную божественную службу.
еще хотим поблагодарить вас за то, что вы благословили на службу в нашем храме отца Владимира, которого мы любим, который молится за нас, наставляет на путь нас истинный и молится за спасение наших душ. Под покровительством Божьей Матери и Целительницы мы постоянно чувствуем вашу теплоту, доброту, внимание, заботу и бесконечную любовь. За это мы вам благодарны и хотим вам пожелать здоровья на многие лета. Спасибо, вот. Дай. Многое лето, многое лето, многое лето. Дорогой отец Владимир, в честь дня рождения нашего храма поздравляем вас, нашего дорогого пастыря и врачевателя наших душ. Примите нашу искреннюю благодарность и поклон за отеческое попечение, за добрые советы, за сердечное тепло, за вашу строгость и требовательность, за заботу о детях и нуждающихся. Да благословит вас Господь крепостью телесной, мудростью духовной и терпением на поприще служения Богу, людям и Церкви Христовой. Многие лета. Многое лето, многое лето, многое лето. Здесь вы получите каждую иконочку, которую пожелает, вот как благословение по сегодняшнем нашем совместной молитве. Спасибо. Ребята будут раздавать, пожалуйста. Спасибо.
Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Благословен.